Начинаем выполнение гимнастики для шеи с разминки. Плавно сели, маленькое приседание, на вдохе садимся. Фиксируем верхнее положение, на выдохе встаем. Это первая позиция, облегченная через передние плоскость нашего тела, прорабатываем и мышцы ног, и мышцы рук, и мышцы шеи, все вместе. Дмитрий выполняет упражнение 5 раз. Можно выполнять до 15-20 раз. Теперь усложненный вариант разминки для более подготовленных пациентов. Через верх. Обращаем внимание, что гантели соединяются, недолго фиксируются, и на выдохе мы встаем. Вот пятый раз. Несмотря на всю простоту, упражнение требует достаточно хорошей координации. Далее переходим к основному комплексу гимнастики. Упражнение балет, усложненное упражнение метроном. Наклонили голову, почувствовали напряжение, вытянули руку. Головой дополнительно напряжение не создаем, то есть шея растягивает за счет поднятия руки. Фиксация на 5 секунд, выполняем с другой стороны. Упражнение делается 3 раза, в каждую сторону. Упражнение безопасное. В отличие от метронома, позволяет наиболее четко и комфортно растянуть боковую поверхность шеи. Следующее упражнение – хитрый атлант. Поворачиваем голову до упора в сторону. Кладем ручку на подзатылочные мышцы. И поднимаем подбородок вверх, напрягая подзатылочные мышцы. Это более комфортный и более точный вариант выполнения упражнения предыдущей гимнастики «Взгляд в небо». Хитрый атлант. Фиксация 5 секунд в напряжении. Расслабляемся. 3 раза повторяем в каждую сторону. Спина прямая. Следующее упражнение гимнастики
полурамка. Напряжение здесь создается в лестничных мышцах, как вы помните, из нашей теоретической и практической части. Напряжение удерживаем по 5 секунд. Каждую сторону выполняем по 3 раза. Следующее упражнение – это уникальнейшее упражнение из нашей гимнастики. Упражнение «Мыслитель» для проработки длинной мышцы головы и шеи. Также по 5 секунд выполняется упражнение с каждой стороны задержка. Каждую сторону по 3 раза выполняется. Следующее упражнение из нашей новой гимнастики – бабочка машет крыльями. Сначала сдавливаем руками таз с боков и грудь подаем вперед. Напряжение держим 5 секунд. Расслабляемся. Теперь переносим руки на ягодичную область. Даем, напрягаем поясничный отдел, грудь вперед. Удерживаем напряжение в пояснице, особенно в нижних ее частях. 5 секунд, расслабляемся. Отлично прорабатываются нижний грудной и нижний поясничный отделы позвоночника на данном упражнении. Переходим к следующему упражнению нашей гимнастики под названием «Медведь». Голову выдвигаем вперед и рукой затылочка просто касаемся, ни в коем случае не тянем вперед рукой, просто касаемся локоть вперед, лопатка вверх, прорабатываем шейно-грудной переход, так же, как на упражнении «Гусь», только более четко и безопасно. Удерживаем 5 секунд положение. Выполняем по 3 раза в каждую сторону.
Переходим к следующему упражнению. Упражнение кран. Подъемный кран. Напряжение создается между ладонями. Руки поднимаются вверх. Чуть пониже, Дим. Вот. Удержим напряжение. Опускаем через стороны. Все время напряжение между ладошками держим, 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 держим. Вдох, на выдохе опускаем руки через стороны. И в другую сторону голову. Напряжение все время у нас держится, 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 держится. Вдох, на выдохе опускаем руки через стороны. Теперь сделаем. Упражнение делается 3 раза. Для начинающих можно взять легкую тарелочку, как Дмитрий демонстрирует сейчас. Для того, чтобы вы понимали, что все время вы должны ее держать, чтобы не ослабляли ни на секунду напряжение. Девятое упражнение из нашей гимнастики – луч. Руки на чуть выше солнечного сплетения, сдавливаем ладошки. Представляем, что у вас из груди луч, подаем грудную клетку вперед. Удерживаем напряжение 5 секунд, расслабились. Выполняем 3 раза. Следующее упражнение нашей гимнастики – лестничный крест. Сложили ладошки, один локоть опустили вниз, другой подняли вверх максимально. Проработали плечо. По 3 раза в каждую сторону. Можно менять, можно сразу по 3 раза в одну, потом в другую.
11-е, предпоследнее гармонизирующее упражнение гимнастики для шеи – кошка. Представляете, что кошечка пролезает под забором, ручки находятся на бедрах. В крайнем положении задерживаемся на 5 секунд. Выполняем упражнение 5 раз. Для усложнения упражнения можно упереться руками немножко в бедра. Отличное вытяжение и напряжение от затылка до среднего грудного где-то отдела, до нижнего даже грудного. Проработка и гармонизация всех мышечных тонусов. Упражнение содержит как динамический компонент, так и статический. И последнее упражнение из нашей гимнастики. Упражнение «Жрец». Ручки ладошками вверх на уровне, чуть выше солнечного сплетения. Локти немножко сведены. Подаем локти назад, а голову выдвигаем вперед. Удерживаем напряжение в течение 5 секунд. Расслабляемся. Упражнение можно выполнять 3-5 раз. Сейчас Дмитрий продемонстрирует упражнение с утяжелениями, с гантелями по 2 килограмма. Можно и нужно начинать без утяжелений. Утяжеления просто усиливают напряжение и контроль мышц позвоночника. Напряжение на данном упражнении вы должны ощущать от затылка до самого крестца и даже копчика. Именно за счет выдвижения головы вперед вы прорабатываете весь позвоночник. Можно подтянуть в последнем выполнении упражнения мышцы брюшного пресса и ягодиц. Напрячь, тогда эффект от выполнения упражнения будет наиболее полным. Растягивающее упражнение из новой гимнастики. Всего лишь одно, но зато оно наиболее полно растягивает весь позвоночник, от затылка до копчика. Медленно наклоняемся, тянем затылок, достаем локтем коленочку. При этом весь позвоночник наиболее оптимальным анатомическим образом, без рисков, у вас растянется. Шейный переход шейного грудного, грудной, нижний грудной, поясничный, нижний поясничный и даже крестец – вы сможете вытянуть на данном упражнении, растянуть без рисков. Выполняется по 3 раза в каждую сторону.